Мой папа служил в армии с 2000 по 2002 год. В то время на территории Северного Кавказа происходил военный конфликт между осетинами и ингушами. Мой папа был призван на срочную службу в город Владикавказ. Основной целью военной части, в которой служил мой папа, было подавление бандформирования и установление конституционного порядка. Служба в армии помогла вчерашним школьникам стать настоящими мужчинами, защитниками Отечества. Мой папа был удостоен звания ветерана боевых действий, но он не любит рассказывать о временах своей службы. Но я с точностью уверен, с таким отцом мне в этой жизни ничего не страшно.